Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет! Игра под названием Cosmic Showdown. Все так и есть. Это игрушка на андроиде, прикольная стратегия. В принципе, что-то подобное мы уже показывали, где дирижаблем мы управляли. Здесь в данном случае вы свою робота-базу отстраиваете. В общем, какая задача? Вам нужно расширить свои владения, если что, да, и синий. Да, и, естественно, уничтожить. Ставить пушки, да, различные. Есть щиты, есть отравляющие. Вот эти капсулы маленькие, они расширяют зону, вот эту синюю. Вы только можете строить в синей зоне, если что. Да. Ну, короче, в принципе, я думаю... Классика это... жанра. Да, здесь, да, в общем... Ну, хотя не так часто такие игры видно. Здесь, ну, также кажется, у нас есть щиты, которые будут отбивать вражеские, собственно, снаряды. Пушек тоже дофига. Карточки, естественно, которые вы прокачиваете. И у нас есть общая энергия. Это стоимость, как бы, вот 6, ага, 5, 3 ну, вон видно, энергии. Короче, сейчас, да, я поставил специально. Что мы можем... Ну, как, в принципе, тут скрестили такой вот... Я даже не знаю, карточную, карточную игру. Плюс стратегию. Вот, да, видите, да, да, он начинает уже атаковать нас. Но у меня тоже пушка ядовитая готова. О, сейчас, блин, слушай, он так единственное, что не вот, совсем выгодно, смотри, для нас. Смотри, да нормально. Бульк туда ему. И отравляет. Ну, кстати, прикольно. Я еще поставлю для энергии. И нужно поставить, например, пулемет, чтобы фига мне убить его пушки. Иначе мне капсдал. Ты его почти раздудосил, Миш, ты видел? Не его, а эту пушку. Ну, я вот имею в виду вот эту пушку, да. Стратегия, а, если что, это в реальном времени, как вы видите. Я мощно так сейчас снес противника. Да, и, ну, он, видно, Мишка по той же, как бы, траектории, скажем так, сделал. Все, поэтому, то есть, есть, можно повторить. Здесь, да, видно, что вот этот как раз повторчик, правильно Юля говорит. Это повтор, то есть, надо, по той, да, же траектории шаранет. Надо захватывать, надо захватывать. А то нам, кстати, строить, эти штуки потом через некоторое время исчезают. Опа, он кластером попытался кстати, снести. Кстати, можно вот эту, да, штуку уничтожить, и тогда, по сути, захват ищи прервется. Все, какой захват именно? Ну, а я, да, имею в виду, вот если исчезнет вот эту зону, вот, он строит там не сможет. Я не знаю, как это называется, будем, да, называть это капсулу. Так, еще я поставлю щит, не знаю, нормально, будет он через прямо него. Прямо на него ему так, харю поставлю. Пора, самое главное, это уничтожить базу, конечно, конечно, иначе бой так и будет, блин, продолжаться. Блин, сейчас нужно как-то... Вот он эту, еще, да, какую-то штуку поставил. Раздудось. Слушай, ты, ой, даже промахнулся по нему попал. Да, да, я по нему попал. Ай, жалко, что вот реально второй раз промахнулся. Так, очень будем жаль. Остается только ждать, он пытается расширить свою зону. А если мы будем стрелять по этой штуке? Сейчас, по этой штуке я не буду, я уже буду базу валить. Если чем быстрее, давай, вы завалите, из автомата лучше можно, у нас вот же снизу, он вот готов этот, да, давай. Блин, он тут наш. Шмаля, Мишки, давай. Не попаду, не попаду. Нужно, ну, было здесь быстрее все это сделать, но... Вот сейчас у тебя есть сейчас шанс. Стой, сейчас. Вот, отлично, давай. Вот где-то... Вот она, вот она, золотая середина. Е-е-е. Попал, все. Я думаю, мы сейчас почти его уничтожим. Все, все, это последняя, ну, атака. Игроки, если что, здесь живые. То есть, да, вы не против ботов. Так что Мишка, а, короче, удел этого чувака. Да, причем время осталось 12 секунд, я не знаю, что это отсчет. Он показывается сет, то есть, который у него был. Да, карточки. И нам дается кейсик в конце битвы, с помощью которого мы можем получить новые карты. Хотя это кейсик... открывать их... Да, позже. Это нам говорится про... Вот наши карточки, вы можете сетапы себе ставить различные. Ну и улучшать, мне... если у вас, ну, как обычно, есть, вот в карточных, да, играх. Набираете 4 или 2, да, карточки в данном случае, их прокачиваете, у них увеличится характеристика. У щитов, естественно, больше защита, ну то есть щита, ну, больше, понятно, ХП. Понятно. И тыры-пыры. Здесь также есть лиги, у нас сейчас бронзовая лига, чего ждать, поехали вперед. Кейсы здесь разные, есть за рекламу, который раз в час, да. Есть за и победу, за и за всякие дневные. А вот, кстати, щеп, вот мы плюшки сейчас получили за победу, по-моему, его все равно за кристаллы. Три часа открывать. Нужно либо ждать, пока он откроется. Mm-hmm. Блин, все, сервера у нас вырубили. До свидания. Оу-е! Все-таки сервера включили. Да, Батхед против нас. Так, вначале выбираем место, а, куда будет сам, база. По сути, да, я могу выбираешь ниже, хотя я выбрал не самую лучшую местность, ну, но я закрою пушками. Ну, ты легкая такая добыча с одной стороны. Зато быстрее могу распространиться. Ну, он, в принципе, там же разместился. Пойду так сверху. Ничего страшного. Сразу же ставлю такую штуку себе, чтобы больше энергию добывать и немного вперед как пролезу. Как раз она у нас такая прокачанная. Да, она на прокачанная второго уровня. Так, я думаю, что... Давай щит, не, реально. Наверное, рановато все же щит. Думаешь? Он, видите, тоже начинает сверху. А, ну, короче, вы оба пытаетесь... Миш, пушку надо просто ставить. Короче, ладно, вот, щит, пушка-то как бы... Ладно, короче, нужно щит ставить, пока он, блин, по мне не начал заряжать. А ты, интересно, на этой же платформе ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он уже начал пробиваться. Да, так, я смогу здесь. Че бы мне вот такое про поставить? Что, давай, может, вниз, знаешь что, вот сюда, сейчас вот вниз поставлю. Сейчас кластерную бомбу поставлю. Вниз сейчас... Он тоже... пока не успел щит, ага, поставить, стой, погоди, Миш. Вниз мне нужно вот эту нужно ставить по нему стрелять. Ага, давай. Хорошо, сейчас. Давай, кластерная заряжай, бомба, короче, пошла.
шарах ему 31. Слабоватая штука. Слабенько. Самая мощная штука — это вот пулемет. Ядовитая фигня. Либо пулемет, да. Вот который он сейчас на нас использовал. У нас и сейчас все. Щит снесется. Такс, это нехорошо. Нет. Слушай, вот серьезный. Этот чел, да. Слушай, попался. Надо, может быть, кластером, чтобы она разорвала, и потом уже. Вот, во, да, так кстати, лучше. И сейчас вещь. Еще вот таким макаром мы его расшибем. Пушка, так, эх, так, чуть-чуть. Так, чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть. Так, а ладно. Можно еще раз обновить? Я сейчас поставлю такую мини-защиту. Может Давай. Быть, он по ней зарядит. Да, он по ней попал. Но все равно уничтожил нашу пушку. В общем, короче. Противник попался серьезный. Единственное только, Миш, ты сейчас без щита поставил вот эту все. Мощную пушку. Нормально. Ему не так просто будет попасть. Сейчас... Но... Да, блин, попал. Смотри. Ничего, обменялись. Обменялись. Сейчас щит поставим, и нормально все будет. Почти так. разнес. Да, почти разнес. Ну и мы, все. В принципе, почти разнесли. Ставим щит быстрее. Давай добивай эту, Миш, ядовитую пушку. Да. Мы можем это сделать? А, не так все просто. Погоди, давай расширим зону сначала. Видишь? Ну, а, все. Она через щит прилетает, да, ядовитую, да, штуку. Да. Это нехорошо. Так, сейчас нужно вот, давай, давай, прицелиться. Давай, давай, все, давай. Ей хана, это 100%. Все, так, отлично. Эта штука, к сожалению, не особо щит поможет. Щит у нас почти, конечно... Сейчас, будем наперед думать, почти будем разбили. Прошибать потихоньку. Не, щит, он, видишь, без трещин, значит, в порядке. Ты уверен, что нужно было эту штуку разбивать от платформы? А, да, поверь, ты узнаешь, зачем я это делаю. А, все-таки ну здесь ландшафт разбивается. Так, пора уже, мне кажется, Давай. Наносить. Ты я не знаю, расшибется, думаешь, не расшибется попадешь, он? Нет. А можно же... Миш, а не можно долетел. Было через щит же, она пролетает. А, да, ну извините, это мой действительно косяк. Так, сейчас нужно прицелиться, как сейчас след. Заодно вот проверим. Давай вот, вот так заряжай. Все, отлично. И посмотрим. Начнем Смотри, сразу же по видишь? Базе. Да. Так, щит. Срочно щит. Так, этой пробиваем. Видишь, сейчас мы тут пробьем и будем шарашить уже, видишь, по пушке. Вот. А, я думала, она просто развалится. Так. И думаю, зачем Мишка так сделал, если... Так, слушай, вот это надо убирать. Все, он тут... Все. Не... Слушай, серьезно, парень. Время заканчивается. Я не знаю, что это обозначает. Кто? Царь. Так, поставлю здесь эту штуку. Ну, мы, по сути, ему хотя бы урон нанесли, а он нам вообще ничего... Все, как сказать... Не сделал. Время можно смерти. Ставить, сейчас, наверное, походу... как сказать, целую кучу всего, угу. Да, Миш, давай, короче, ядовитыми. Ядовитые вообще самые топовые. Хорошо, штуки. Я, видишь, не... вот, все, вот могу сюда здесь давай. Поставить. И сейчас прям щит... заряжай по его базе, давай. Так, раз туда. Сейчас. Давай, 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 давай. И еще, куда ты, слушай, оно еще, вот, прилетело. Все, ладно. Отлично, так, отлично, эту пушку отлично. Тоже. А у нас еще такая все. Есть, она стреляет туда. Мы выиграли. Ну, в принципе, вот этот чувак был... Посерьезней, посерьезней. Ну, жалко, конечно, только... Но мы его добили, на самом деле. Мы Но бы это его добили, точно. Если бы. Но, кстати, прикольно, что... Так, вот нам награду время... дали, кстати, какой-то красивый кейсик. Ого. Сейчас посмотрим, что так, у нас тут давайте за нам деньги. Карточки. Еще прокачка ядовитая, но вот не это. Полностью О-о-о. Прокачка для... Ух ты, слушай, О-о-о. Много чего. Для кластерной, давай, я так понял, пошли, дали. Короче, так, апгрейдить. Пойдем на базу, прокачаем добычу энергии, 20 давай, тут у нас так, есть деньги. У нас 80 монеток. Все, прокачиваем, оно прокачалось. Также кластерную прокачиваем, так. Надо куда более. Ну, кстати, вот вместо кластерной мне больше понравился этот сетап, то есть с пушкой. Ага. Пулемет, мне кажется, как-то посерьезнее, как ты считаешь? Или ну, кластерная, типа на нескольких сразу. М-м-м. Но так как она у нас прокачана, оставим да, ее. Да, оставь пока, попробуем, по крайней мере, посмотрим. Ладно, что пора идти. Следующий, надеюсь, сервера не отключится в этот раз. Не отключились. Так, отлично. Так, куда ты встанешь на этот так, раз? Так, сюда. Да, может, оставлю вниз? Себя по ну классике. Хотя довольно-таки далеко. Ладно, оставлю здесь. Пофиг. Что-то я смотрю, все выбирать. А какая, с одной стороны, разница, если... Вот здесь более безопасно в углу, на вот самом деле. Вот именно, да. Я и не понимаю, быстрее. Если эта база, она все равно не стреляет, ничего. Смотри, то есть вам нужно поперли, ее поперли, заныкать поперли. Как все. Можно дальше, по Самым идее. Главное, вначале как можно больше занять территорию. А слушай, он низом пошел. Мы тоже сейчас низ возьмем. Ты давай сразу ставь какую-нибудь пушку и уже начинай по нему шмалять. Так, пока щит. Он тут сейчас соображает. У меня не так много энергии, Юль, нет энергии. Сейчас у меня штука с энергией появится. Вот, это у меня так, как, давай, а, давай, как давай, раз. Давай, давай, давай. Блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Все нормально будет, не переживай. Сейчас еще один человек. Как раз, слушай, на нас не успело подействовать. Ракета. Это стандартная пушка. Неплохо, в принципе, ну, атакует. Ну, в принципе, вот, неплохо. И жалко, что это ядовитая, она такая неприятная. Да-да-да, ее нужно так. разнести. Давай, вот да, и прям шмаляй по ней. Ах ты жук, ну я успел шмальнуть, но сейчас надо... Щит наш разнесет. Ай, кластер, это не так сильно. Ну-ка. Эх, не достали. Чуть-чуть. Так, ставим щит сейчас сразу. Сейчас мы зато шмальнем. Сразу успеем, опять. Успеем, надеюсь. Все, да, успеем. Сняли эту пушку, но правда здесь Ух, проблема. Самое главное устранить, как сказать, сейчас, вот эту. Вот так попытаемся. О, давай, 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 давай. Отлично. Вот, пробились неплохо. А, давай той так, пушкой, сейчас еще Миш, на энергию. По-другому только. Давай прям.
прости, сразу зарядил, поэтому... Ого, он тут где поставил вот своего. Вот это была ошибка, конечно. А, ничего страшного, ничего вот страшного. Вот сюда, на эту нельзя ставить. Вот, надо которая... было... Сейчас, погоди, мне нужно тут перезапустить щит, у меня тут не все под контролем, так, давай, пошло Мишка, что-то соберись. Не так. Он прям наседает. Тебе нужно наседает. Территушки захватывать, Миш. Сейчас, погоди, погоди. Блин, ой, так. Что она как, нехорошо у меня. Я не могу ничего, она видишь как... Ну понятно, ну давай хоть как. Вот, все, попал я по той пушке. Так, замечательно. Неплохо, неплохо. Так, надо захватывать территорию. Я и говорю, пора. Ты расслабился. Туда теперь же... смотри, он прям к нам подлез. Все, все, я понял, понял, понял. Еще сейчас. И щит свой там поставим. Вот так сделаем. Разнесем эту так, ядовитую. Нет, отлично. Не получилось. Ну, в походу, принципе, уже близко. Нам хана сейчас будет. Погоди, погоди, погоди. Ты просто так. Вот ошибки не делай такие, как сказать. Тут видишь, не все так просто. Вот у меня здесь пушка. Вот попробуем щит хотя бы убрать его отсюда. Так, и вот эта штуковина. Она, видишь, не могу я пробить его, но зато пробью захват зоны сейчас. Короче, знаешь, что тебе нужно? Вот сюда поставить ядовитую пушку. Давай ставь сюда. Хорошо, поставил. Вот, и шмаляй этой пушкой. Сейчас, она, погоди, видишь, у она меня через кластерная проходит. Готова. Кластерная... Щит чё, только чё, поранила. Да, только блин, поранила блин, щит. Все, сейчас разобьем щит, его не так, будет отлично. Сейчас. Так, отлично. Все, блин, только пробился. Так, на прям двоих сразу ним, же. Да. Сразу же. И давайте сразу отлично, щит еще супер, один. Супер, вот супер. Одну сейчас прям вынесем. Одну так, вынесем. Отлично. На перезапуск, наверное. Сейчас, где тут у нас что так, еще? Так, давай, Мишка. Очень у нас тут некомфортная точка. Как будет? Вот, о, все. Миш прям пытается. Есть, все. Щит, 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 так, все. Так, захватываем сейчас. Новые территории, Миш. Сейчас, мы можем сейчас. Это сделать? Да, постараемся, погоди. Так, захватываем, захватываем здесь. Он тоже поставил свои этой фигни. Так. Но ничего, ничего. Ага, не получилось у него построить. А... Щит у нас так. А давай вот нижний, стреляй сейчас. По нижним. По нижним. Тут видишь, вот это можно, вот да, вот так. Сейчас, сделать. И это пусть перезаряжается, и это слушай, перезаряжается. Слушай, а чё... У нее как-то чувак непростой, могу сказать. Отнимается жизнь всё. Вообще. Блин, он тут в упор поставил. Прям нужно... капец. А, его базу. Все, он пулеметом пошел. Ах ты козлин. А мы кластером на его базу тогда сразу. Правильно, 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 правильно. Ну, не сильно, но... Ну, нормально вообще-то. Так, щит переспускается. Так. Блин, Миш, он снизу появился. Сейчас знаешь, куда нам надо? Вот сюда поставить. Сейчас, погоди. Сейчас отрава должна как-то... Давай, 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 прям на две. Ну, чтобы... ладно, на две не попадет. На две не попадет, но хотя бы ту пушку разнесет. Сейчас попробуем. Очень жаль. Так, вот здесь эту пушку разнести. Все, вообще трэш такой какой-то. Экшон творится. Миш, начинается нам нужно трэш. Снизу захватывать территорию. Всё. Нет? Ничья. Как это? Ну так-то. Нам определили ничью. Странно. Ну, я хотя по его ранил, ну, я не знаю. Ну, вообще-то да, как бы. Мы хотя бы попали в него. Так, это на все. Ладно, пойдемте сразу же еще да. на одну битву. Да. Попытаемся сильнее. Ну, слушай, вот сейчас оппоненты начали появляться действительно серьезно. Да, и... Ого, новая карта, карта. Прикольно. А, давай наверх все-таки да, поставим. Да, вот здесь вот наверх, раз. Но относительно поближе, чтобы мы могли сразу потому что, мне кажется, вот сейчас вниз удачи ставить. Он решил нам сообщить, спасибо. Сказать. Так, ладно, быстрее захват. А тебе неудача. Сейчас да, будем давай захват... снизу еще снизу, тоже, снизу, сверху. Да, да, побыстрее. Да, да. А энергию нам бы поставить. Сейчас поставим закачку энергии. Все. Так. Ну, вроде более... А вот теперь ставь... Все. Давай в первую очередь ставь сейчас. Пушки. Сейчас, вот так. Он, видишь, тоже тут. А, мы друг другу стукнулись. Все. Щит, на щит пока не трать... Хорошо, хорошо. Так, эту вот энергию. Эта пушка довольно-таки дальняя. Попробуем так. С ней. Пушки, давай кстати, прям тоже... по базе, пока ага. он нет. Вот сейчас у меня еще не построилось, не построилось. Ай, быстрее. Давай, давай, так, давай. Еще прям одна. Заряжай. Так, это кластерный, да, у нас? Блин, ну ладно, хотя ну, бы ладно. По пушке по его. Бабах! В нормально. В принципе, неплохо. Он и... пока только снес у нас эту ай, штуку. Она не такая дальнобойная, но, может быть, заденет. Ах, ай. Не задела. Так. Нам, то есть, нужно щит захватывать территуху, Миш. Территуху, территуху. Сейчас попробуем. Наверное, не поставить территуха. Но, кстати, об нее ударился, об эту штучку. А, ой-ой-ой, какой хитрый. Ой-ой-ой, блин. Так, вот тут вот, неплохо, отлично. Неплохо, щит неплохо. Ставим, защищаем наш... Так, так надо захватывать снизу, а то он да, сейчас Миш, обхитрится. А то сейчас он к нам придет. А-а-а. Тут в таких играх нужно быстро соображать. Да, да. Давай, и... перезаряжаем сразу же, запускаем еще по одной штуке. Так, и может быть где-то снизу. Нам нужно где-нибудь ядовитую поставить. А то он там захватывает, захватывает потихоньку сейчас. Блин, он. Давай прям... раздудосим у него вот эту штуку, какую, которая какую? Вот захватывает вот здесь, снизу. Мне нет. кажется, вот, Юль.
чтобы он меньше энергии получал, чтобы меньше пуш строить. Эх, он там сверху начал. Ай, да-да-да. Шествие свое. Ядовитую пуху надо ставить. Давай поставим, пока ядовитую пуху успеет перезарядиться щитом. Все, поставился, отлично. Он сейчас... Ну, он не разнесет. Сейчас по нему, что ли, сразу же? Так, давай, да. По пулемету. И ставим еще. Так, это Миш, кластерный. Заряжай ядовитую пуху. Ага, сейчас попытаемся зарядить. Так, вот, отлично. Ну, хотя бы, давай. О, по двоим попадем, отлично. Так, отлично. Вообще неплохо. Минус одна точно. Ой, как он нас тут расфигаривает на самом деле. Давай, пушка, заряжай по этой фигне. Все, снесли. Мне. Ой, блин, он тоже Так, вот это плохо, вот это плохо. Надо ставить хотя бы защитить нашу. Да, да, нас сейчас вот тут покарает, покарает мужик он. Так, вот эту разнести быстрее. Все, низ так. Захватываем. Хотя бы снизу будем проходить. Так. Вперед. Да, шествовать. Да. Нет, нифига ты не построишь тут своей фигни. Низ, низ теперь нас. Наш. Наш. Все, Миш уже, короче. Не, больше не могу. Так. Давай сейчас стрелять, короче. Понимаешь? Шмаляем. Все, снесли еще одну пушку. Вот попробуем пушку щит вот поставить. Эту здесь. Миш, ну а нафига щит? Погоди, погоди, надо сносить все это нафиг. Давайте сносим эту щит, чтобы он не мог пробить нашу эту, а мы сейчас тут сверху тоже, знаешь, ну, задоминируем, давай, постараемся. Давай. Так, ух ты, ядовитую штуку. Так, пока никуда не могу поставить. Ты шмаляй этой быстрее, пока он ее не разнес. Она не перезарядилась еще, Юль. Она еще не перезарядилась. Все, под ядовитый, сейчас еще мы ядом ему туда попытаемся. Надо было на верхнюю яд. Вот, сюда. Нам сюда так. Срочно что-то нужно ставить, нужно иначе захватывать. Он прям ядовитый. Нужно захватывать, захватывать. Все. Давай. Давай, может, бластер поставим. Сейчас нет? Я кластерную поставлю штуку. Но у нас прям тут жесткая. Ох, снизу. Мне вообще, кажется, беда. Может, по территориям считают, сколько кто может захватил. Быть. 30 секунд осталось. Все, сейчас попытаемся побольше. Давай, Мишкин, заряжай по нему вон из оружки, давай. Все, давай. Он, видишь, отвлекся, поэтому есть шанс тут что-то сделать. Почти раздудосили, почти. Пушку. Он низ уже разбил, а мы низ все равно будем держать. Да, это так, точно. Пушка перезарядилась, все. Минус одна ядовитая. Yes, еще yes, кластером сразу, yes. Попытаемся он по базе. Он не успел, по сути, по нам по базе. Не, по базе не попал, но очень хорошо попал по этой. Так. Так, у нас что снизу совершенно сделать? Ничего нету. Можем какой-нибудь пух все. Поставить, нет? Опять ничья. Может, реально типа по время территории. Заканчивается, никого не убили, все ничья. Может, еще как-то. Ладно, фиг с этим. В общем, ну, короче, да, игруха. Самое куда? Главное, что показали, обязательно попробуйте, поиграйте, расскажите свои впечатления. В общем, на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.